Так, поехали. Это луна. Год, это то, что я смог вспомнить сразу. Суббота, 19 или 2, вот что мне подсказывает телефон. Совершенно мистическим образом умудрился я прозевать пролет МКС рядом с Венерой. Потеря чувства времени. Не знаю даже, что сказать. То есть пришел на съемочную позицию и увидел, ну не то чтобы выхлопные газы, но хвост этого МКС. Очень досадно. 4 угловых градуса было между. О, вижу. Кратер Тихо. Венерой и МКС. Если вы наблюдаете это так же, как и я, из Харькова. Как это произошло, даже не знаю. Не было еще таких казусов. Так, это ветер уже предрассветный поднимается. Посоветовали мне купить штатив помощнее. На 10 килограмм. Ну, честно говоря, не знаю. От штатива ли это зависит. Кратер Платон. Бывает луна. Мне приходилось снимать солнечное затмение на треноге с помощью бусоли. Не скажу, что я был впечатлен возможностями армейской треноги удерживать. Объект съемки в кадре. Объект наблюдения в кадре. В отношении неба. До Луны 380 тысяч километров сейчас. Ты ж моя красавица, ты посмотри. Серпик какой нарастающий. Уже гораздо сочнее наша Венера Милосская. Так это я резкостью играюсь. И проигрываю.
Да, так обусловлено 8-кратное увеличение, ну если я правильно помню. А тут, извините меня, ребята, 125 крат оптического зума, еще 4 цифрового. А ну-ка, уменьшим выдержку. В надежде, что абрис нашей красавицы будет четче. Где ты? О! Отошел. ИСО 125, выдержка 1/320. Это ветер. Это ветер. Ну хорошо, пошли еще раз на Луну посмотрим. Там у нас еще намечается Марс и Меркурий. Конечно, на таких настройках светочувствительности мы их не снимем, но попытка будет. Как же я так МКС прозевал? Какой позор. Достаю телефон посмотреть, сколько же осталось до пролета МКС. 5.02, смотрю на телефоне, думаю, елки-моталки. И смотрю уже, как МКС закатывается за горизонт визуально, без фотоаппарата. Очень досадно. Редко у нас в наших украинских краях, степях, широтах в феврале бывает такая безоблачная погода, да еще и плюсы, весь февраль плюсы, по ночам минус. Слышно, наверное, как снег скрипит под берцами. А днем до плюс 7. Ой, какой ветерочек нехороший поднимается. Пожалуй, так. Я опять забыл, какое у нас сегодня число. 19 февраля 2022 год. Как бы не забыть, что через 3 дня у моей бабушки годовщина, 92 года со дня рождения. 22.02.2022 моей бабушке исполнится 92 года. О, кстати, надо так будет ее поздравить. Оговорился по Фрейду. Благо, в своем довольно почтенном возрасте она находится в ясном уме. И с прекрасным чувством юмора. Хорошо, закончим на этом. Ой, какой красивый кратер Тихо. Да, наверное, странновато восхищаться узорами на камне. Но 5.22 по Киеву, в Харькове, 19 февраля 2022 года.